Всем огромный-огромный привет! Хочу вам сегодня показать свою косметичку, которую я беру с собой на работу. Вот так вот выглядит сама косметичка. Косметичка от Max Factor. Косметичка очень удобная и красивая. В косметичке у меня есть тени от Maybelline The City Mini Palette. Вот такие тени. Тени хорошо пигментированы, хорошо наносятся, хорошо тушуются, не осыпаются и долго держатся. Еще у меня в косметичке есть жидкие тени Liquid Metal Hype в оттенке номер 8 от Luxe Visage. Очень красивые тени. Мне они очень нравятся и очень красивый цвет у них. Также у меня в косметичке есть тушь Cabaret Premier от Vivienne Sabo. Тушь очень хорошо работает на моих ресницах. Тушь дает и объем, и длину, и разделение. Эту тушь я уже покупаю очень и очень давно. Еще у меня в косметичке есть помада от Max Factor. У меня сейчас в оттенке 630. Отличная помада, хорошо мои губы увлажняет, очень красиво смотрится на губах, помада не растекается и долго держится. Есть у меня в косметичке вот такие вот тени от Ева Мозаик. Вот такие светлые тени, они так красиво блестят, мне они очень-очень нравятся. Тени хорошо держатся и не осыпаются. Ну что, вот такую вот косметичку я беру с собой на работу. Косметика, естественно, меняется в зависимости от моего настроения и предпочтений. Но сейчас вот у меня вот такой набор косметики в косметичке. Всем огромный-огромный привет! Давайте с вами прогуляемся вот по такой лесной тропинке. Погода сегодня пасмурная. С утра было солнышко, а сейчас солнышко скрылось. Но все равно в лесу гуляется очень хорошо. Давайте с вами прогуляемся вот по такой лесной тропинке. Смотрите, в лесу есть зеленая трава и зеленый мох. Такая тишина. Тихо-тихо. Давайте с вами немножко прогуляемся. Послушаем звуки природы. Подышим свежим воздухом. Лесным воздухом. Ай, какая красота. Ну что, пойдемте дальше. Такая в лесу красота. Тихо-тихо. Даже слышно шум ветра. Не знаю, как камера передаст. Вам, наверное, не будет слышно.
Вот и закончилась моя прогулка. Спасибо, что прогулялись вместе со мной, составили мне компанию. Если мое видео было интересным, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!